Отличный прием, Рафаэль! Эй, ребята, можно возвращаться! Ну все, нам пора! Этот псих меня утомил! Черепашья сила! Это нехорошо. Что ты делаешь? Думаете, вы так просто спасетесь? Но нет! О, нет! О, да! Не хочешь почеканить Крэнга, Микеланджело? Отпустите меня, парад сумасшедших! Буякаша! Нет, мы что, опять здесь? С возвращением, гнусные рептилии! Вы никуда не сбежите, пока у меня в руках эта малышка. Нет, ненавижу все черно-белое. Что ж, это оказалось не так уж и трудно. Леонардо, спасибо. Я могу менять местами порталы сколько захочу. Крэнк. Все окончено, мы сорвали твой план. За все, брат. Нет, спасибо вам. Без вашей помощи все наши реальности исчезли бы. Мы обезвредили все ваши поглотители. Вы проиграли. Вот именно, розовый друг. Теперь тебе нечем взорвать наши реальности. Взорвать реальности? Вот и все, ниндзя. Нам пора домой. И... Ты пытался уничтожить измерения, которые мы пытаемся обустроить для себя много тысяч лет? Ты что, помешался? Как приятно оказаться дома! Ты требовал уничтожить черепашек любой ценой. Вот именно поэтому мне и пришлось изгнать тебя на двухмерную землю. Просто у тебя нет мозгов. Эй, вы это видели? О, парни! Жуткий гигантский червь! Наверняка это очередные проделки Шредера и Крэнга. Ты олух! Ты простофиля! Знаешь, что я решил? Я снова тебя ссылаю! О, нет! Только не это! Кавабанга! Что это? С меня довольно, черепах! На тысячу лет вперед! Лопнем пузырь из жевательной резинки! С радостью! Кажется, наше дело опять плохо, братцы.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова